Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть в Murder Mystery. Да, я сегодня невинная пока. И я буду убегать. Что? Я надеюсь, меня сегодня не убьют. Я Ребят, я уже вычислила убийцу. Кто это? Иду по вентиляции вниз, потому что с убийцами рядом не надо ходить. Я не рядом с убийцей, но и слава богу. Убийца вроде бы не сюда пошел. Блин, меня прибили, ребят. Жуть какая-то. Почти всех ребят прибили. Это не мартер. Кстати, давайте посмотрим, что я могу уже купить себе. У меня 275 монеточек. И я хочу себе купить ножик. Мне надо где-то как-то заработать кристаллики. Да, мне надо будет собирать монеточки еще. Потому что понадобится. Легче быть убийцей. Жалко, у меня ничего такого крутого нету. Ну и кто я сегодня? Невинный, ну блин, ангел. Все в сад бегут.
просто обычное оружие. Как получить это все оружие? Где купить оружие? Так, мне нужны эмоции. Мне не хватает денежек. Где купить крутые ножи? Эй, подберите кто-нибудь оружие. Я хотела быть убийцей. Кристина, как в Modern Mystery купить оружие? Когда не покупала. А вот силы купить. Все кучу бабок стоит. А я опять иду домой, в этот улице другой. Ой, за моей спиной и шепчет мой. Опять иду домой, потому что ты целуешься другой. За моей спиной и что-то шепчешь про любовь. Шутки про любовь. Суйте за следующую карту. Все. Она, ура, эта девочка подобрала мое оружие. Я была шерифом. Она стала героем, потому что подобрала мое оружие и убила убийцу. Ну кто же я сегодня? Ой, невинный. А я опять иду домой, ведь и другой. Ой, за моей спиной что-то шепчет про любовь. Опять иду домой, ведь ты целуешься с другой. За моей спиной и что-то шепчет про любовь. А я опять иду домой, ведь ты целуешься с другой. Любовь. А я опять иду домой, ведь я другой. За моей спиной и что-то шепчешь про любовь. Все, меня эта девочка, которая была шерифом, убила. Ой, нет, героем.
Жалко. А я опять иду домой. Я сижу за моей спиной. Шепчет про любовь. А я опять иду домой. Я опять иду домой, ведь ты целуешь его. Ой, за моей спиной пока. Любовь. Ребят, ждем пока. Вот нам дадут следующий раунд. Где он такой крутой? Нож привел. Ой, секция. А я опять иду домой видеть. Блин, а почему я всегда невинный? Ты будешь убийца. Я пойду тогда монетки подзаработаю. Не угад, я хочу монеты. О, ноу, 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 ноу. Тут куча бабочек. Блин, она опять убийца. Когда я буду уже убийцей? Надеюсь, я буду в следующий раз невинным. Ну, сколько же? Вымотает, сколько стоит это? Что? Ладно, я подработаю чуть-чуть бабочек, бабок и... Есть! Я люблю эту эмоцию. Хоть бы не вина. Убийца! Что? Мне кажется, это будет идеально. Я... Мне кажется... Не подаваем след. Следы не подаваем. Не подаваем следы. Я, естественно, хитрый жук-паук. Я буду убивать людей. Их. Ну и, конечно, маг.
Мне есть ножик, мне дали нож. Я же Марта. Мне дают нож специально, чтобы убить человека. Кого мне ищем одного человека, чтобы про меня никто не сказал. Спокойненько. Ищем человечка. Все видели, что я убила Челька. Это ужас, слышно, Челька. Все видели, как я убила. А никто не знает, что я в конце концов убийца. Ребята, это идеальная мысль кого-нибудь прибить. Вау. Фу. Может, кого-нибудь прихлопнуть? Тут куча челиков, ребята. Блин. Ждем, пока кто-нибудь уйдет. Я, блин, как дурочка уже второго челика прибила. Я такая очень хорошая бабочка. О, куча лапок. И мне надо кого-нибудь уже прибить в конце концов. И главное прибить всех. Не наводить там. Всё. Давайте посмотрим. Ну, кто же был шерифом? Молодец. Я в этом в следующем раунде была невинная. Хочу быть невинной. Невинная. Я же хотела быть не невинным. Ну давай просто мои очки собираем. Чё нет? Идём. А я опять иду домой. Сама изменила что-то в шапке. Я опять иду домой. Да, там ремонт делают.
посмотрю, сколько у меня монеточек там. Мне надо собрать целую 1000. Да круто, ну взял потом еще 80. И да, прикольные стенки. И помнимся Биберманович. Здравствуйте, можно мне за 10 долларов ящик? Ну, кто же я, надеюсь. И снова невинный. Ребята, а мне кажется, я просто монетки. Знаете, я... Всем пока-пока.